Всем добрый день. Сегодня поступил такой вопрос, знаю ли я что-либо про бобровую струю. А про бобровую струю я не только знаю, я лично сталкивался с ней, и сейчас я вам расскажу. Во-первых, сначала про себя. Несколько лет назад, а буквально больше 6 лет назад, у нас были проблемы, мы не могли зачать ребенка. И начал я мониторить интернет и пришел вот к бобровой струе. Ее заказал я на алтайском сайте, не помню сейчас уже название. Мне привезли два вот таких вот мешочка. Вот, два этих мешочка, один на пол-литра, надо его мелко размельчить и залить водкой. Мы же сразу кинули два на литр водки. Настаивали где-то 2 недели, после чего по столовой ложке утром натощак пили и водой запивали. Вот, и где-то, наверное, месяца через 2-3 благополучно жена забеременела. Вот. Это вот лично мой такой опыт. А вообще, после этого я стал собирать информацию и выяснил, что очень обширный спектр воздействия у бобровой струи, а именно и при онкологии очень хороший эффект, и при химиотерапии, отличное воздействие на репродуктивную систему как женщин, так и мужчин. Вот. На сосуды хорошо снимает отеки, чистит сосуды, на сердце, на мозг, общее оздоравливающее и омолаживающий эффект такой имеет, тонизирует очень хорошо, природный биостимулятор. Вот. Поэтому, если кто-то не знал, то ознакомьтесь, пожалуйста, информацией. Я тут все не буду перечислять, если все рассказывать, это тут на час, наверное, видео надо будет делать. Но я вот коротенько, как я его заваривал, как делал, как пил, пропорции и, соответственно, о самом главном, на что он воздействует. А так перечень, спектр большой, изучите, если интересно, посмотрите и, ну, в свою жизнь рекомендую вам добавить этот продукт. Всего доброго. Впереди много интересного. Напоминаю, что мы в ТикТок, почему в ТикТок из ТикТока сюда на Ютуб перешли, потому что там много стали блокировать, именно когда я рассказываю про то, как и что надо делать. Поэтому сейчас сюда перешли, параллельно снимаем здесь, на Ютубе. И будет много-много всего. Тут, кстати, в этом плане даже еще удобнее, потому что по видео нет ограничения в 1 минуту. В 1 минуту это прям надо укладываться. Здесь у нас есть простор, поэтому все будет, все впереди. Будьте здоровы, будьте любимы. Будем делать ролики, все будет хорошо.